Из рассказов людей, которые привезли вот этого котика, Яша. Яша его зовут. Хозяина отвезли в больницу в тяжелом состоянии. И вот этот котик родственникам, как всегда, не нужен. Знакомые песни, как всегда. Но у котика, я так поняла, сейчас идет отит. Уши все в гною. И задние лапки у него гуляют. Нам пришлось вот эту новую клеточку его посадить. А нашу красавицу пока поместить вот в эту клетку. Нету клеток, нету. Все забито. Да, приюты должны быть. Но они должны финансироваться, поддерживаться хотя бы властями в каком-то отношении. Но нет. Убить, выкинуть. Вот правила, закон этой суровой жизни, за которую мы все будем отвечать. Все. Но мы все-таки люди, а не генетические уроды. Поэтому мы должны помогать этим бездомным.